посолить, поперчить. А перчить чем? Перчить перцем. Красным? Черным перцем. Стейки. Обжариваем на стейке до образования золотистой корочки. А чем смазываем? Смазываем маслом растительным, чтобы он не прилип к стейку. Пока жарится мясо на стейке, мы приготовим начинку. Обжариваем грибы, белый и лук на растительном масле. Вырезаем помидор кольцами, 3 кольца для 3 кусков мяса. Обжариваем тоже на стейке. Добавляем, готовим говяжий бульон. Выкладываем мясо в бульон. Доводим его в бульоне. И в бульон. Все, для блюда все готово. Снимаем мясо. А бульон куда девается? Подожди. Выкладываем. Тарелочку. Берем помидор, начинку. Дайте мне майонез сделать. Начинку выкладываем на мясо. Немножко майонеза, совсем чуть-чуть. Выкладываем помидор. Запечем сыром, да, уже. Заливаем бульоном. Очень сочное, вкусное блюдо. И запекаем. Сколько градусов там чего? При температуре 180 градусов запекаем 4 минуты. Вкладываем на пакет.